Вошли в финал, мы поляков вошли в финал. Это был первый наш финал с итальянцами, который мы выиграли, и впервые сабля стала чемпионом Олимпийских игр. К нам в финал приходили итальянцы. Ну, у них тоже мощный. Марио Альдо Монтано всегда был очень такой плотный мальчик. Он блестяще двигался, несмотря на свою мощь. Способные были стать олимпийскими чемпионами в личных соревнованиях и выигрывать любые турниры. А мастерство. Хотя, в принципе, в каждом бою, несмотря на то, что общий счет был, как бы, разница огромная. Но на самом деле, борьба в команде была укол к уколу. Каждый бой выигрывался с небольшой разницей. Советского Союза ведет 2-0 в этой финальной встрече. А у нас на дороге Романа справа. А вот это мы видели руководителей всей итальянской сборной. Это наш старший тренер. Лев Федорович Кузнецов, да-да-да, заслуженный человек, легенда советского фехтования. Он тоже тогда был уже тренером и выводил. Он вообще даже, по-моему, пробовал себя как модель. Несколько раз в ваших комментариях прозвучало слово «элегантный». Вот элегантный Михаил Бурцев, элегантный Микеле Мафей. Красиво смотрелись. Они все делали и движенческие, и подготовку, и... В голубой маечке руководитель и финансист. Еще один удар наносит Виктор Сидяк. И этот бой... Нет, еще пока не выигран. Наша команда сидит. Поясните, пожалуйста, что значит... Это был удар, который, по идее, Монтана должен был бы нанести. И он уже бросил руку. И в это время Сидяк взял защиту и дал ответ. И вот... Последствия этого удара Сидяк нанес еще один. Публика жесты не понимает. И мне объясняют, что такой-то жест, значит, это другой жест, другое. То есть, о, даже себя увидел. Вот он я. Вид у вас серьезный, напряжение чувствуешь. Это же команда. И потом, если честно... Когда судья разбирает, признался. Ему бы тоже его засчитали. Он просто так не признавался. Во-первых, он промазал. Во-вторых, он видел, что уже судьи готовы дать ему этот удар, да? Присудить ему этот удар. На французском. Так, здесь темное оружие. C'est une action de contre-temps. Suite la préparation, contre-attaque et riposte. Contre-attaque, touche, gauche touchée, prêt. Сидяк слишком близко залез. Проигрывает пока Виктор Сидяк в этом поединке. Ну нет, вот сейчас... Мафей признался. Да, ну сейчас... Скажите, вы перед каждым боем настраивали своих учеников что-то говорить? Вот укол. Подтрунивает над судьей. Защита ответ.